250 человек личного состава и более 140 добровольцев. Красногорский пожарно-спасательный гарнизон на страже безопасности круглосуточно, без перерывов, выходных и праздников. Что уж говорить, и свой профессиональный день пожарной охраны огнеборцы встречают на рабочем месте. Сейчас, безусловно, у нас сезонные риски. Это большое количество загораний сухой травянистой растительности. На это и у нас основные цели сейчас и сформированы. Осуществляется сбор необходимых групп, которые осуществляют патрулирование мест возможного скопления населения, там в местах границ с лесными массивами, с частный сектор, который также граничит с большими полями, опять же с лесами. Пожарная часть номер 4 – головное подразделение Красногорского гарнизона. Каждые сутки на дежурство заступает 12 человек во главе с начальником караула. Именно сюда поступает вся информация о происшествиях в округе. Пожарно-спасательная служба Красногорск была. Отсюда же распределяются пожарно-спасательные команды на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Но даже когда выездов нет, огнеборцы без дела не сидят. Совершенствуют знания и навыки на занятиях в учебных классах. И эта работа, как и другие направления, от профилактики до тушения пожаров, служит одной цели – снизить количество возгораний и их жертв. При этом важно и собственные жизни поберечь. Но на этот счет пожарные спокойны. Когда в звене заходишь, задымленное помещение, мы там всегда рядышком, но ты уверен, что тебя никогда не бросят. Не дай бог, что-нибудь случится, по-любому тебя вытащат. Ну, ты просто идешь уверенно, уверен в своих товарищах. Пожарные уверены в товарищах, а в пожарных – жители округа и руководство муниципалитета. С днем пожарной охраны бойцов Красногорского гарнизона поздравила глава округа Эльмира Хаймурзина. Я вас от души поздравляю. Я желаю вам терпения и сил. Я желаю вам не терять, несмотря на даже самые сложные обстоятельства, бодрости духа. Пусть у вас никогда не наступит апатия в вашей работе, потому что она сложная, сопряжена с риском. Мы точно знаем, что любой из вас в критический момент проявляет все свои лучшие характеристики, все свои лучшие качества. И результатом такой работы являются спасенные жизни, спасенное имущество, хозяйство, и жителей, и предприятий. И пусть всегда сухими будут рукава. Это пожелание как примета. Без него уже не обойтись. Не обошлись красногорские борцы с огнем и без наград. Благодарственные письма и почетные грамоты за заслуги и в честь праздника получают 5 пожарных и председатель местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. Впрочем, свою и опасную, и трудную службу бойцы гарнизона несут вовсе не ради торжественных церемоний. Офицер, вышедший на пенсию, я просто подумал, что еще пригожусь в этой жизни. И наша профессия сопряжена с риском и с благом для людей. Поэтому я считаю своим долгом, как офицера, спасение людей – основная задача любого офицера и любого порядочного, добропорядочного гражданина Российской Федерации. Отчасти благодаря и такой беззаветной преданности пожарных своему делу Красногорск вошел в число муниципалитетов региона, где лучше всего обеспечена безопасность жизнедеятельности. В прошлом году неофициальная столица Подмосковья заняла первое место в конкурсе областного главка МЧС среди городских округов с населением более 100 тысяч человек.